lions and a tigress. I'm not dreaming. This is one wild weekend. Think I'm done with the hybrid. I'm not good at speaking. Talking about the trauma. Ганки, наверное, ждет меня у амфитеатра. Them kids go hard. Chain disco ball. Flown somewhere in the stars. Turn a different galaxy on my. You tryna copy my walk. Handcuff wrist rock. I don't listen when they talk, cause I heard enough. Никогда к этому не привыкну. Эй, чувак, зацени. Подарок от Человека-паука. Открывай. Чувак, надевай. Я прикрою. Что, не видели, как парень переодевается в Центральном парке? Ну что, как я выгляжу? Майлз Моралес, добро пожаловать! Представляю твой первый суперкостюм. Это только половина подарка. А где другая? Расскажу, когда найду. Это только факты с Джейм Джоной Джеймсоном, вашим верным и единственным правдорубом. Что? Пит поставил на автовключение шоу Джеймсона? Да он мазохист. Плохие новости, друзья. Мой рождественский благотворительный спектакль был отменен из-за беспредела злодея в маске. Должно же быть что-то получше. О, об этом я слышал хорошие отзывы. Привет! Это Даника Харт и Даникаст, где мы говорим о людях, которые помогают меняться нашему городу. Сегодня поговорим о биржевых маклерах, о людях, придумавших автовоспроизведение роликов в интернете. Нет, конечно, мы поговорим о том, как два Человека-паука справились с носорогом. Подписаться. Даникаст – мой новый любимый подкаст. Это здесь. Сколько у Питера оборудования. Майлз, приготовься к своей первой голографической тренировке. Они будут встречаться тебе по всему городу. И каждая научит тебя новому приему. Сейчас ты научишься акробатической импровизации. Давай, становись на старт. Голо-тренировки? Очень интересно. Начнем с боя в воздухе. Сражение с противником на своих условиях поможет тебе обрести преимущество. Анализирую тактику противника. Да! Это супер! Боже, храни Питера Паркера! Еще одно получил умение – разрушение. Это мой отдых. Новые враги, берегись! Теперь свободная практика.
Используй бой в воздухе и разрушение, чтобы победить врагов. Боевой сценарий запущен. Отбил шаг, Майл. Молодец! Численность юнитов сокращена. Это Билинго! Синий экран смерти. Сколько техники можно забить? О, дерьмо! Человек, повалите его! И хватайте вещи! Что, давай получали по роже? Да? Ну, давайте! Вырубайте паука, потом хватайте технику! Нам сейчас только хватит! Между прочим, это официальная техника Человека-паука, а вы не его представители! Почему они прозрачные? Это не шутка! Я просто в бешенстве! Так, с воришками разобрались. Теперь надо починить оборудование. Критический сбой. Цепь ареплита. Ошибка ядра. Перезагрузим BIOS. Да! Получилось. Пит придумал испытание на скрытность, раскачку и еще боевые. Надо попробовать, как будет время. Чувак, думаю, тебе стоит заглянуть в Роксом Плаза по пути домой. Я проходил мимо, когда туда кто-то вломился. Ладно, разберусь. Эй, я хочу послушать про твои новые паучьи силы. Мне кажется, это биоэлектрический удар. Или суперсильное статическое электричество. Ого, надо придумать название. Может, биосила? По-моему, звучит круто. Ладно, хорошо. Надо бежать. Сначала в Плазу, потом домой. Поверь, биосила — роскошное название.